Всем привет, Люда, USA, Нью-Йорк. Иду на встречу с Мариной. Хочу сделать видео. Значит, у нас сейчас мы с ней быстренько перекусим, хоть я и не голодная. Потом пойдем на пляж. Поедем. Вот, знаете, какое хочу сделать видео? Во-первых, у нас очень страшная жара и влажность. Прямо 32 градуса в тени. Жарко, влажно, просто что-то невозможное. Ну ничего, зато для загара хороший день. Лишь бы не сгореть. Значит, два слова скажу про нашу эпопею с ушками. В этот понедельник мы съездили к врачу, чтобы проверить уши. И представьте себе, такое бывает раз в 100 лет, час туда, час обратно, но врач не пришла. Что-то у нее стихийно случилось. 8:30 они мне звонят, 8:15 они мне звонят, оставляют сообщение, которое, конечно, я не услышала, но это было бессмысленно, потому что я уже была почти что около этого госпиталя с Жариком, и получается, что 8:30 я прихожу, мрачные лица на ресепшене: а что, вам не позвонили? Врач заболел или у него что там случилось? Кошмар. В среду, значит, перенесли на среду. В среду опять, час туда, час обратно. Слава богу, тест мы прошли удачно, успешно. Все, он сидит, значит, его в такое замкнутое пространство посадили. Он был у меня на коленках. На коленях сидел. И там такие две колонки, такой полумрак. А врач сидит напротив через стекло. И она говорит ему такие звуки. Ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Сначала в одну колонку, он раз в голову. Потом, значит, там загорается иллюминация. И мартышка в этой иллюминации на барабанах там что-то. Потом ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Раз, он такой в другую сторону, голубь. Там какая-то собачка поворачивает, сверкает в иллюминациях. Потом па-па-па-па-па-па-па. Или что-то такое, еще какие-то звуки. Какие-то, в общем, звуки она издает, и он так раз в голову. Раз, раз, раз. В общем, короче, тест прошел успешно. Оба ушка слышат, оба ушка открыты. И я надеюсь, что нам в августе не надо будет ехать опять к этому ENT-доктору, ухо-горло-носу, которого они назначили мне непонятно для чего. Это врач сказал, что не надо вам ехать. В общем, все у вас нормально. В общем-то, это тест вы прошли. Так, хорошо. Теперь скажу еще два слова. Раз в два года у меня появляется порыв что-то купить. В Америке. Чтобы что-то купить ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное. В общем, купить жилье, конечно, я имею в виду. Сначала у меня была идея коопа. Здесь в Нью-Йорке кооп и кондо. Но кооп... Какой домик красивый. Вот видите? Прямо отстроили. Ого-го. Так, ой, так, отлично. Так, видите, какой домик? Красивенькие тут домики. Вот, значит, кооп. Система коопов такая, что они дешевле, чем кондо, но они не являются до конца твоей собственностью. И они стоят на 100, на 200 тысяч дешевле. Но смысл в том, что, во-первых, там большой мейнтенанс, допустим, 800-900. То есть помимо того, что ты платишь там 200-300 тысяч за кооп, ты еще каждый месяц платишь по 800-900 долларов просто за поддержку территории окружающей, за там вывоз мусора, за воду, за газ, ну, за, не за газ, за воду, за все вот это вот. Это так называемый maintenance. И получается, что ты платишь как бы половину ренты еще. Ну, за год набегает, представьте, 10 тысяч просто так. Ну, плюс еще там таксы, плюс еще какой-нибудь там insurance. Плюс еще, если ты взяла моргидж, так еще процент на моргидж ты платишь. Но они стоят вот сейчас где-то 200-300 тысяч можно купить. Ну, я эту идею, тогда мы посмотрели 2 года назад, что какие-то все маленькие были. Ну, это смотрела one bedroom, это зал и спальня. И я эту идею успешно отбросила. Они показались мне маленькие, но тогда они были намного дешевле, чем сейчас. Вот, да, и самое-то главное, что когда ты захочешь продать, да, там нельзя сдавать в рент. Предположим, я хочу уехать в другой штат, в другой город, я хочу сдать эту квартиру в рент. Я не могу.
предположим, ну, только очень такие не стопроцентные копы позволяют сдавать в рент, но там будет плата, покупка этого копа вообще такая же почти как кондо. Какой смысл покупать дорогущий? Какой смысл покупать дорогущий коп, чтобы он был по цене почти как кондо, и в то же время ты, ну, там куча ограничений. Там нельзя домашних животных, там нельзя взрослых детей, там нельзя родственников, никого и ничего нельзя. В общем, сплошные ограничения. Вот. Да, и самое главное, если ты захочешь продать эту квартиру, да, ой, ну что ж такое. Если я захочу, например, продать эту кооперативную квартиру, то борт может не пропустить того покупателя, которого я нашла. В общем, как бы очень много ограничений, и мне не нравится платить огромные деньги за то, что я потом буду иметь все время какие-то заморочки с этим, да. А в Америке так, если ты покупаешь что-то, ты должна быть всегда готова к тому, что тебе, возможно, придется это продавать. Вот. Ну, короче, не каждому дадут моргидж, борт заблокирует этого покупателя, которого ты, наконец, найдешь. И люди иногда не могут продать годами эти копы. Потом, значит, если нельзя туда сдавать в рент, если нельзя там животных, если там нельзя родственников, родственников можно там только на недельку, например, да, допустим, родственников, друзей или там еще кого-то, в общем, на недельку, а потом нужно все, только вот ты, все друг за дружкой следят, ну, в общем, короче, куча ограничений за свои там 200-300 тысяч, ну, это уму непостижимо, да, то есть ты покупаешь какую-то шер, это не до конца твоя квартира, ты покупаешь какую-то, типа, как акции в этом билдинге, в общем, не знаю, короче, идею копов я отвергла, занялась вопросом кондо. Вот. Кондо – это уже твоя собственность, это твоя собственность, но, значит, я, в общем, прикинула, что мне нужно two-bedroom кондо. Вообще, любая квартира – two-bedroom, чтобы было. Значит, это две спальни и зал. Вот, в общем, two-bedroom в Нью-Йорке, в том районе, где я хочу, а я хочу Мидвуд, в Бруклине. Вот, красивый, зеленый. Все парки тут близко, до океана 10 минут и так далее. Значит, 500-600 тысяч долларов. Вот, все, что я, да, и все, что я посмотрела с двумя риэл-эстейтами, сразу скажу, это не значит, что у меня есть 500-600 тысяч, это значит, что мне могут дать, что я готова дать некий down payment, и банк мне даст оставшуюся часть. Под приблизительно 4%, около 4% сейчас. Ну, все, что я посмотрела с двумя реал-эстейтами, маленькое, все маленькое, даже two-bedroom апартменты, они все очень маленькие. Сразу, значит, я хочу сказать, что я смотрела чуть ниже 1000 скверов, квадратных фитов, и, допустим, 800-900, квадратных фитов и тысячи и больше. Все. Я сразу поняла, что мне ниже 1000 квадратных фитов не подходит. В переводе на метр это от 92 квадратных метров. Вот. Вы скажете, ну ничего себе, мы там живем на 32 квадратных метрах, вчетвером, нормально. Да, я знаю, что живут люди на 32 квадратных метров и ничего, но я поняла, что мне нужно от 1000 квадратных фитов. Ниже, все, что ниже 92 квадратных метров, оно очень-очень почему-то здесь крохотно, я не знаю. Даже две спальни и зал, но это ничего. Вот поверьте мне, то, что мы смотрели здесь, вот 800-900 квадратных фитов, да, две спальни, зал, но нету совершенно мест хранения, нету вот так называемых клазетов, нету куда, в общем, пристроить какие-то свои вещи там, ну, вообще ничего нету. Ну, и то, что более-менее так вот приличное, оно уже туда идет к 600 тысяч долларов. Так вот, представьте себе, да, вот купить трехкомнатную квартиру, да, по-русски трехкомнатную квартиру в Нью-Йорке, это 600, там, 500-600 тысяч долларов, да. Это 40 миллионов в рублях, 40 миллионов. Вот. Ну, короче, я эту идею опять отложила.
раз в два года она меня посещает, но я ее откладываю. И я поговорила с Мариной, она говорит, ну, опять же, давно не было в Америке рецессии. Не было рецессии. Не рецессии, а рецессии. То есть не было вот этого 2007-2008 года, когда резко упали цены на недвижимость на 100, на 200 тысяч, возможно, и будет в ближайшее время. И когда люди теряли работу, не могли платить за, не могли платить, выплачивать вот этот моргидж, теряли работу, моргидж платить не могли, и дома продавались прямо, дома, квартиры продавались очень-очень дешево. Вот, и хотя я там посчитала все, но Марина говорит, нет, не надо. Ну, короче, я тоже к этому склоняюсь, все-таки это какое-то рабство будет для меня. И платить тоже вроде как отдаешь чужим людям, рент, если я плачу рент, я тоже вроде как отдаю чужим людям, но она говорит, что и когда ты берешь моргидж, ты тоже платишь процент чужим людям. Ну, в общем, короче, эту идею отложила, живем дальше. Ни в чем себе не отказываем. Вот. И после этого, почему я вообще делаю видео, я случайно вырулила на... Я оставлю в описании к этому видео ссылку на канал. Называется Cheap RV Living. RV. Это Recreational Vehicle. Это как бы такие... Они разные-разные эти бывают... движущие средства от очень больших автобусов с максимальным комфортом, такие огромные автобусы, там все, там living room, там bedroom, там kitchen, там тебе диваны, там тебе спальные места, там место хранения, огромный автобус, и вот на таком передвигаются богатые американцы. Но я смотрела вот этот вот Cheap RV Living канал, посмотрела ряд его видео, оставлю. Во-первых, сразу хочу сказать, для тех, кто учит английский, вообще шикарно, знаете, люди там шикарные, говорят, а нормальные такие белые американцы говорят на прекрасном, хорошем английском. И дело даже не в том, там, какое у них произношение и так далее, а дело в том, какие они развитые люди. Это люди, это целое движение в Америке, я уже слышала про это, целая философия жизни. Когда люди, вместо того, чтобы жить в домах, квартирах, они покупают транспортные средства, вены, мини-вены, или же обычные даже вот просто легковые машины, и они там переоборудуют, они там делают кровать, маленькую кухонку, какой-то там, может быть, если это... вен, мини-вен и прочие такие транспортные средства, которые не такие большие лакшери-автобусы, но такие скромные вены, прицепы, они там оборудуют под жилье, и они как бы путешествуют и останавливаются в разных штатах на специальных стоянках, которые вот там вот специально предназначены для таких вот комьюнити. И они живут как какое-то сообщество. Они все очень развитые, очень добрые люди, эти белые американцы. По тем или иным обстоятельствам они оказались, ну, в стесненных жизненных обстоятельствах, да? Или они живут на пособие по безработице или пособие по так называемой SSI, когда есть какой-то вид инвалидности у человека, и он хочет вот за эти 800-1000 долларов как бы жить, путешествуя. Они не хотят платить за жилье, хотя ССАщикам вроде как полагаются какие-то социальные квартиры, но они не хотят стоять в очереди, они хотят путешествовать. И они вот путешествуют, и они живут вот на этих стоянках, они друг друга знают, они такие вот общаются. И как вот те, которые видео посмотрел, это люди 60 лет, 65 и старше. Иногда они, чаще они в одиночку, иногда они парами, у всех есть большие собаки. Вот, и, в общем-то, вы знаете, они рассказывают с таким, они такие все счастливы, они с таким упоением рассказывают про свои вены, как они устраивают там свою жизнь. Ну, конечно, вот в маленькой машинке, вот типа вот этой, да, вон там, видите, побольше желтая машина. Я в марках машин не очень разбираюсь. Но вот видео, когда я посмотрела, в такой машине живет женщина, там ей, ну, где-то 60, может быть, 6 лет, 67, конечно, мне грустно было. Видно, что тесновато, и там основательно тесновато. Вещей по минимуму, кровать занимает, вот все. Вот шофер, она вынула одно место рядом с шоферским, с водительским сиденье удалила, и там вот как бы кровать эту расположила вот так вдоль длинной части машины. У нее там какая-то кухонка, у нее какой-то тент, она выходит наружу, как бы на этих стоянках она располагает этот тент
наружу и живет, вот как бы разогревая себе еду и вот готовя все это вот под этим тентом. Она также, там также пара одна мне понравилась, у них побольше, у них такой мини-вен или прицеп такой настоящий, комфортабельный достаточно, ну как, маленький, тесный, все очень тесно, но комфортабельно. Кровать, там, креслица, там, кухонка, ну так все аккуратненько. Но как я поняла, у всех у них, они разные-разные виды бывают, вот этих вот видов прицепы, разные вот эти мини-вены, все кто как может. Некоторые показывают, как они, если зима, если они в холодрыге в какой-то, это все мгновенно же промерзает, эти железо это или там деревом обделано, все равно это все мгновенно, пластмасса, она мгновенно промерзает, если температура близко к нулю и ниже, да. Они рассказывают, как они там проводят изоляцию, как они все это обогревают, у них там какие-то печечки, у них там какие-то солнечные батареи. Но я поняла, что у них у всех, в общем, большие ограничения с водой. Они очень-очень экономят на воде. Вода нужна, чтобы помыть посуду, чтобы приготовить еду, чтобы попить чай, там, чай, воду, кофе. Вот. И накормить тех же животных своих. И также они, конечно, ни о каких там душах, ваннах даже речи не может быть. Они как-то там, они называют это спонж баф. То есть как-то так обтерлись, как-то так вытерлись, иногда там куда-то съездили, помылись. Ну, в общем, это меня, конечно, очень не устраивает. И туалеты у них какие-то всегда ограниченные возможности в плане туалета. Какие-то пластмассовые сиденья на ножках, туда ставится пакет полиэтиленовый. Вот они, значит, в этот пакет все делают, потом это все завязывается на 33, перекручивается 33 раза, и потом все это вот пакет этот содержимое выходит в такой пластиковый зиплак, зиплак, значит, бэг, то есть полиэтиленовый такой на завязочке. Вот, ну, в общем, короче, знаете, конечно, в плане туалета это вообще, вот это, конечно, меня тоже очень удручает, потому что я, например, допустим, люблю воду во всех проявлениях, и пить, и купаться, и мыться, и у них, конечно, своя философия какая-то, что, например, допустим, бактерии живут на нашем теле, и они нам нужны, если мы их смываем с мылом, шампунем, то как бы мы теряем свой иммунитет и так далее. Для тех, кто не любит гигиену, кто редко моется, можете порадоваться. Философия у них такая. Но я подумала, что мне нужно будет 200 вообще пакетов. Я только замучаюсь с этими пакетами. Зиплак, вот эти все пакеты. Я с ними замучаюсь. Вот. Ну, короче, вот это мне как-то не очень. Но, вы знаете, я просто совсем под другим углом посмотрела на свою кухню. Достаточно просторную. Совсем под другим углом посмотрела свою ванную. Вообще, совершенно другим углом. Я смотрю, как они экономят на всем, на всем, на всем. Как у них минимум по всему. Потому что очень мало места во всех этих мини-венах, во всех этих прицепах. Большие проблемы с местом. А если они там пара, если то все, но они живут вот просто по минимуму. Там две футболки, двое шортов, что-то тепленькое. И все, на случай там холодов. И, конечно, у них там одеяло, и вот эти все изоляционные, что они закрывают то окна, то там, то сям. И, в общем, ну, конечно, на любителя. Но философия их и их мировоззрение, и их отношение к жизни друг к другу, оно потрясающее. Оно потрясающее. Это какие-то, знаете, это прям какие-то другие люди. Они вроде как все очень мало обеспечены. Кто-то принципиально, то есть они выбирают, у них такая философия, свобода, путешествия, передвижения, общение с людьми и растворение в природе. Вот у них еще какая философия. Они полностью растворяются в природе. Они не пьют, не курят, не колются, там наркотиков нету. Нормальные белые американцы, которые в силу обстоятельств, в силу того, что вот они хотят жить здесь и сейчас, путешествовать, растворяться в природе и общаться друг с другом, они выбирают вот такой стиль жизни. Мне это было очень-очень интересно. Я слышала про это, я слышала, что есть такое вот движение, такая философия, такое огромное количество людей, американцев, которые это делают. Но я как бы так вот не вникала. Но через этот вот сайт мне стали открываться и другие видео, когда люди там в экстремальные условия едут, они едут куда-то в горы, в метель, в буран, специально, чтобы в своих вот этих вот мини-венах пережить вот эти бураны, метели, заносы. Их там заносят, и они там как-то сидят, там и греночки делают, и какие-то бутербродики, печечку, буржуечку топят. Ну, в общем, знаете,
Ну, русскому человеку это все понятно, и у нас каждую зиму эти бураны, метели, и выходишь, я помню, идешь, снег, ветер, метель, вся, все вот так вот залеплено, коркой покрывается, идешь проваливаясь по колено в снегу, вот, ну, для американца вот это вот экстрим. И, конечно, вот эти люди, которые выбирают жизнь в венах, они, конечно, такой стараются штаты, такие Аризона, это Техас, Калифорния, вот такие вот, вокруг я смотрю все время какие-то горы, какие-то такие степи, ну, иногда деревья, ну, в общем, короче, очень интересно. Но я что хочу сказать-то, я, конечно, еще Марину спрошу ее мнение, но я так предвижу, что она относится к этому очень скептически, спрошу у нее, вот, может быть, даже сделаю видео. Как и что? Как она смотрит на это? Она скажет, лодыри, все эти люди, лузеры и лодыри, не хотят работать каждый день, хотят вот так вот. Там есть такие, знаете, по 40 лет они вот так вот путешествуют, живут. Вот. У них даже называется, они называют себя комед. Это кочевники. Движение комед. Кочевники такие, они передвигаются. Так, Марина звонит. Сейчас, если остановлю, то все. Ладно, пусть звонит. Она уже нам там сидит, я уже иду туда. Вот, ну не знаю. Вы знаете, конечно, мне интересно, как люди выбирают жизнь минимализма. По минимуму одежду, по минимуму того всего, по минимуму посуды, по минимуму всевозможного сыплая, по минимуму всего. И многие из них на disability. Disability – это инвалидность. И они не притворяются, с виду смотришь, нормальный человек. Потом она начинает рассказывать свою судьбу. Была учительница, вот, все как всегда. В общем, всевозможные там дом у нее выплачивала, за дом, все отлично. Куча родни, родственников, вдруг с ней происходит какой-то несчастный случай. И она сказала, это brain injury. Brain injury на хайвее. Она не может, в общем, какая-то... Нехорошая история с ней произошла. И все, теперь у нее что-то типа эпилептические припадки, все это ухудшалось, пока она жила с кучей своих родственников в этом доме. В общем, когда она потом обнаружила, что ей нужно по минимуму стимуляции ограничить вообще. Не прошла ли я свой поворот? Что нужно по минимуму вообще. То есть у нее ей хуже, когда большое количество людей, ей хуже, когда там работает телевизор, какой-то шум, какие-то вот такие вот внешние раздражители, ей становится очень плохо. И она вот попробовала жизнь в Вене, хотя там ей нужно принимать специальные препараты и прочее. Но, короче, ей стало намного лучше. Она там уже, допустим, 2-3 года живет вот в этих комьюнити, среди вот этих вот полей, гор, лесов. Гор кругом, горы, и, в общем, ей шикарно, ей хорошо. Тоже домик в колониальном стиле. Там вот такие окна своеобразные, видите? Типа ставни. Вот, ну, в общем, короче, вот этот вот баб, который владелец, как бы, который блогер, который снимает вот эти видео, такой с бородой, посмотрите, тоже ему где-то, не знаю, лет 60, наверное. Вот он берет у них у всех интервью, они рассказывают про свои жизни, про свои судьбы. Очень интересно. Кто хочет подтянуть английский, послушайте эти видео, потому что они говорят на прекрасном языке английском. Они говорят какие-то идиомы. Знаете, идиомы. Это такие специфические английские выражения. Они все такие начитанные люди. Куда им спешить? Они читают книжки. У кого-то есть интернет, у кого-то нету интернета. Вот, они читают книжки, они размышляют. Они такие все в душе философы. У всех своя какая-то, может быть, философия, но, в общем, очень-очень интересно. Я просто с удовольствием смотрю все эти репортажи его про этих людей. И я смотрю и думаю, что все-таки я все равно делаю каждое лето налет на свои кладовые. Я выгребаю мешками. Все нужное, ненужное, пытаясь расчистить жизненное пространство, но все равно много вещей. Я вспоминаю, как я приехала в Америку в 2007 году, у меня был небольшой чемодан и небольшая сумка. Мне тогда казалось, что у меня огромный чемодан и огромная сумка.
Через 3 месяца у меня уже была куча сумок и 2 чемодана. То есть в Америке ты обрастаешь вещами на 1, 2, 3. Как может быть и везде. Может быть, не только в Америке, везде. Вот. Ну, такая вот история. Пишите, что вы думаете про это. Понятное дело, что такой вид образа, такой, как бы, такая философия, такой вид путешествий, они как бы от стоянки к стоянке путешествуют. И, ну, иногда они там надолго засиживаются на этих стоянках. Что они делают, я не очень-то себе представляю. У кого-то вязание, у кого-то какое-то рукоделие. Вот. Когда делаешь видео, почему-то сразу куча народу начинает тебе звонить и посылать смс-ки. Я просто поражаюсь этому явлению. Так могут годами про тебя не вспоминать. Но когда нужно что-то быстро-быстро, всегда вот так вот. Ну хорошо, пишите, что вы думаете. Конечно, это для определенного вида климата, для определенного климата. В России ты не в каком-нибудь там Сибири не попутешествуешь на Вене. Замерзнешь тут же. Хотя вот эти дальнобойщики путешествуют. Вот. Ну вот, короче, вот такое видео. Но теория минимализма мне нравится. Я считаю, что из малых цифр складываются большие. Там сэкономишь $5, там сэкономишь 10, там сэкономишь 15, и это выливается в тысячи долларов. Непотраченный доллар, не потратила $10, считай, что заработала. Вот такая философия. Но в то же время я как бы за баланс. Совсем уже себя душить и не жить не стоит. Вот, но вот интересно, как они вот проникаются этой философией минимализма и как бы живут на $300-500 в месяц. На $300-500 в месяц. Это очень-очень мало для Америки, очень мало. Вот, ну ладно, потом еще продолжу на эту тему. Всем пока, пишите свои комментарии.